фонтан прямо на цирковой арене – лишь малая часть зрелищного представления, которое впервые привезла в Красноярск команда заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Шоу «Воды, огня и света» полностью оправдывает свое название. С помощью этих стихий на манеже возникают красочные иллюзии, колоритно дополняющие уникальные цирковые номера. К примеру, жонглируют здесь не только булавами, но и шляпами, причем в танце. Артист Анар Джабраилов рассказывает, идея необычного номера пришла случайно к его отцу-дрессировщику. Когда мне было 12 лет, мой знакомый, папин знакомый, стоял, папа мой стоял рядом с ним, когда он разбирал свой багаж, и он выкидывал шляпу. Папа говорит, зачем ты выкидываешь? Говорит, вот я не хочу работать, говорит, и все. Он его уговаривал, чтобы он оставил себе, но он все-таки говорит, что нет, я хочу выкинуть. Говорит, ну да, говорит, моему сыну. Через какое-то время меня затянуло, вот это дело. Также в программе акробатические номера, сложные иллюзии и фокусы. Все в исполнении артистов, обладателей престижных мировых премий. Вместе с ними на манеже появляются экзотические животные. Попугаи Ара, обезьяны, дикобразы и нильские крокодилы. Кстати, к концу гастроли артисты обещают подготовить еще один уникальный номер. Это левитация на трех фонтанах в воздухе, где мы с Алексеем гипнотизируем артистку балета. Она поднимается на 5 метров, фонтаны перестают работать, а девушка висит в воздухе. А к Новому году команда Анатолия Сокола вдобавок к основной программе подготовит сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой. Увидеть все это красноярцы смогут до 10 января. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.